Через 2 года внешние границы Евросоюза будут патрулировать 10 тысяч пограничников. Об этом сообщил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Впрочем, депутаты восприняли новые меры весьма критически. Елена Абрамович расскажет больше. Все под контролем. Мигрантов будут селить в специальные центры, откуда те не смогут убегать. А на внешних рубежах Евросоюза появится береговая охрана и пограничники. 10 тысяч в общей сложности. Так отчитался перед Европарламентом о результатах саммита президент Еврокомиссии. Реформы внедрят в ближайшие год-два. Сначала предполагалась перспектива 2027 года, теперь это перспектива 2020. В этой сложной ситуации Союзу было необходимо принимать конкретные решения. Депутаты в ответ стали жаловаться на отсутствие конкретики. Говорят, переход на добровольное создание центров для мигрантов – идея провальная, так как ни одна страна сама предлагать этого не будет. Да и другие положения сомнительные. Если посмотреть на выводы саммита, вы выделили дополнительные деньги на 2019-2020 годы, чтобы начать охрану границ прибрежной территории. В противном случае мы не можем усилить контроль. И я не думаю, что идея Германии решит проблему. Вы рискуете вернуться к контролю на национальных границах, что фактически убивает Шенген. Берлин решил создать центры на границе, где будут проверять, в какую страну мигранты въехали с самого начала, и отправлять туда, если у них нет родственников в Германии. Это компромисс, на который пошла канцлер Ангела Меркель. Ее оппоненты требовали вообще закрыть границы для беженцев. Я убеждена, как и многие другие, что от того, как мы справимся с этой миграционной проблемой, зависит, выстоит ли Европа. Поэтому важно, чтобы мы пришли к этому соглашению. Впрочем, после такого политического решения в Германии о намерении усилить свои границы заявила Австрия. Избежать внутренних границ в Европе можно только если функционально усилить внешние, заявил австрийский канцлер. Елена Абрамович, Вадим Свиридонов. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер.